Друзья, всем привет! Только что я строгал ножки для этого нового стульчика. Приехал тут на полянку в лесу, чтобы его затестировать. Новый походный складной стульчик. Значит, было дело, вот сделал я такой тряпочный. Из брезента сшил. Значит, посидел на нем. Но что-то думаю, не мое. Как-то на тряпочке неудобно сидеть. В общем, я сделал более удобный стульчик. Вот так вот он выглядит. Опять мягкий верх у него. Кожа дермантиновая. И ножки лесные, которые только что я вот тут выпилил. Значит, как он сделан, смотрите. Разбирается. Вот, это нижняя часть. Куда я наматываю веревку, которую связал, эти три палки и такие вот железные кольца, три штуки. Тут диаметр где-то 30 миллиметров, винтик М5, там внутри у меня гайка, вытяжная как бы гайка, забита с той стороны. Это отверстие, там поролончик и сверху кожа. Вот такой вот стульчик. Ну а ножки, как говорится, в лесу. Три ножки. Веревка все время с собой. Цепь получилась крепкая. Меня держит. Сидеть удобно и прочно. Ну, естественно, только в лес. Потому что палки только в лесу можно найти. У меня с собой такая пила раскладная. Я, если что, ее беру. Распилить и ножик на всякий случай. Ну, естественно, влазит в мою сумочку походную. Я ее из фанерки. Из десятки или с двенадцатой, уже не помню. Ну вот, в форме треугольника. Тут примерно вот 30 сантиметров. Вот так вот. Да, нашел центр, закруглил и выпилил. Отверстие насверлил, чтобы воздух выходил, когда садишься. Ну и эта штука так, чтобы веревка всегда была с собой. Я наматываю сюда. Так, кольца желательно делать стройки. Ну, у меня тут 2,5 стоит металл. Стройки, я думаю, будет лучше. Либо сделать вот это чуть потолще толщину, ну, где-то 8 миллиметров ширину кольца, чтобы была еще немножко попрочнее. Так, ну а насчет что веса, конечно, тряпочка, конечно, весит полегче. Это весит чуть-чуть побольше. Не чуть, а побольше. Ну, разница сидеть на чем? Либо на жестком, на мягком, на твердом, на мягком. Либо вот на этой тряпочке она прогибается. Ну, в общем, некомфортно сидеть. Я на ней просидел пару минут. Потом чувствую, нет, короче, это уже не мое. Тряпки это не мое. Я лучше вот дощечку возьму и посижу комфортно. Там сколько на ней, полчаса, час, чтобы было удобно сидеть. Это мой транспорт, на который я приехал. А вот эта полянка. В лесу такие сосны. И такие вот камни.
птички поют. И никого нету.